области, в 350 километрах отсюда, это чуть подальше, 500 километрах отсюда, она упадет в Алтайск. Да, и эту подбирает. Что происходит дальше? Вот здесь вот мы находим, видим, что здесь... Далеко везти его? Нет, вот тут там, где горит сестра. А, вон он, вижу. Пойду где? Ну, на сегодняшний день у нас только граждане СНГ, потому что, естественно, политическая ситуация, Роскосмос не допускает других туристов. В прошлом году было даже такое, что сначала допустили, в день прилета туристки отказали, что отозвали ее разрешение на посещение космодрома. Холодно, к сожалению, муж не смог, но я выполняю буквально и свою мечту, и его мечту, и мне кажется, сейчас я приеду на разведку, все посмотрю и потом еще всю семью свою сюда привезу, потому что, ну, это такое место, которое, ну, должен посетить каждый, хоть не в космос полететь, но хотя бы посмотреть, как это происходит. Мы купили максимальный пакет, всю полностью программу. Вчера уже были у вас здесь в музее, в домике Гагарина, в домике Королева. В принципе, уже вдохновились на такие события исторические. Как правило, по уровню жизни, по уровню достатка, это выше среднего класс. Вот. Ну и, как правило, в наши туры ездят либо семьи, либо пары. То есть это вот больше такой не индивидуальный отдых, а больше семейный, скорее всего. No, I'm not. I think we're surrounded by a lot of great people, and I have my family here in the audience, and it's really special and amazing to have them here in Baikonur for my launch. So, I'm happy. Было бы очень здорово, если бы вообще космодромы мира были бы доступны всем людям, и люди со всего света могли приезжать и наблюдать за запуском. Но что касается нас, космонавтов, нас больше интересует нахождение наших семей, наших друзей, наших близких на Байконуре, которые поддержали бы нас в этот момент, потому что все-таки...